Новая выставка в музее Пластова, которая откроется в день рождения Аркадия Александровича, 31 января, расширяет представление о круге единомышленников его сына, заслуженного художника РСФСР Николая Аркадьевича Пластова. В экспозиции представлены не только его работы, но и произведения его друзей и коллег по живописному цеху, выпускников Московского художественного института имени Сурикова, представителей Московской школы живописи ее позднесоветского периода. Нигде вы не найдете до определенного момента такого выражения «Московская школа живописи». Она сформировалась сама собой под влиянием многих факторов исторических, культурологических. Во всяком случае, Суриковский институт в свое время, ну и потом, да мне кажется, и до сегодняшнего дня является вот таким альма-матером от этого направления. Ефрем Зверьков, Эдуард Браговский, Виктор Чулович, Андрей Татунов, Андрей Суровцев – это имена, которые блистали на Олимпе искусства в 60-е, 70-е, 80-е годы прошлого века. Их живописные работы впервые будут представлены в зале музея Пластова. Почти полвека они хранились в фондах Ульяновского областного художественного музея. Несомненно, на творчество Николая Аркадьевича оказало большое влияние и семья. Особенно отец, подход к натуре, ее исследованию, а также знание рисунка, анатомии, законов освещения – все это преподал любимому сыну Аркадий Александрович Пластов. И я свидетель того, что дед говорил, так сказать, ну, за глаза, вне, когда отца не было рядом, «Колька у меня талантливый человек». Вот это… Ну, было, я слышал такое, моей бабушке это говорил. Вот. Поэтому Аркадий Александрович нормально, высоко оценивал творчество своего сына. Но это не единственная выставка, которая откроется в день рождения народного художника СССР. В другом зале музея гости торжественных мероприятий увидят работу самого мастера из собрания семьи. Выставка называется «Аркадий Александрович Пластов. Примеры художественных решений». Также 31 января в музее состоится презентация инсталляции «Базар», а для детей – настольные игры «Сельская жизнь» на картинах Аркадия Пластова. Пройдут семейные мастер-классы от арт-пространства «Заваленка». Ирина Антонова, Даниил Сурков, новости Улправда ТВ.